Вот уже 18 лет подряд в нашей стране День матери отмечается на республиканском уровне. В этот теплый и добрый праздник дети всех возрастов, даже те, у кого самих волосы с легкой проседью, спешат поздравить своих самых дорогих, тех, кто подарил им жизнь. Потому что для мам мы всегда дети, сколько бы нам ни было лет. В нашем городе председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой также поздравил матерей, чьи дети достигли больших успехов в спорте, сельском хозяйстве, медицине, культуре. Как мы гордимся своими матерями, так матери гордятся нами, которые, особенно те, которые действительно имеют определенные успехи. Я хочу пожелать, конечно же, здоровья, благополучия, удачи, чтобы всегда мы, дети, всегда радовали наших родителей молодости. И никогда, чтобы наши родители не скучали в старости, когда им уже не будут в преклонном возрасте. Для каждой мамы ее ребенок самый красивый, самый талантливый и просто самый лучший. И отрадно, что многие матери нашего города могут по праву гордиться своими детьми и их блестящими результатами. Я довольна, что достижения моей дочки в спорте заметили. И я горжусь своей дочкой, что она тем более мама тоже. У нее двое детей. Мы, конечно, помогаем ей. Желаю ей успехов в спорте, всего хорошего ей, здоровья. Самое главное – здоровье. Всем матерям, присутствующим на торжественном приеме, были вручены подарки и цветы. Но самый главный подарок им уже преподнесла судьба. Это их талантливые дети. И сравниться с таким материнским счастьем ничего другого не может. Thank you.